в XVIII веке. В Англии жил работорговец Джон Ньютон. Он слыл злым и нелюдимым. Мужчина, видимо, так и закончил бы свою жизнь, если бы не один случай. Однажды во время одного из рейсов по Атлантическому океану его корабль терпел крушение. Оказавшись на краю гибели, Джон впервые в жизни молился. Работорговец понимал, что за те поступки, которые он совершил, вряд ли заслуживает прощения. Но Джон все же молился, горячо и искренне. И Бог ответил. Корабль был спасен. С этого момента жизнь Джона Ньютона изменилась. Он бросил работорговлю и стал служить Богу. Мужчина оказался хорошим музыкантом, и со временем он написал около 250 песен, прославляющих Бога. Его автобиографическая песня «Amazing Grace» стала одним из самых известных гимнов во всем христианском мире. Это гимн о прощении и искуплении. Несмотря на все грехи, которые сделал человек, гимн о возможности быть свободным от отчаяния благодаря Божьей милости — это действительно удивительная благодать. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that touched my heart to feel. And grace my fears revealed. How precious need and grace appear. The hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shine. To sing God's praise, than when we first begun. We know less days to sing. Than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound.
Yes.